Блин, какие все-таки у тебя крепкие колени, Вова. Я в шоке. Полтора часа в этой позе, я тебе скажу, не каждый мастер спорта выдержит. Да. Нелегкое дело быть штурманом на Тойоте, я тебе скажу. Это тебе не на Ниве, легенькой машинке. Так, ну у вас пытается начать движение. Запах газа появился. Не сгоревшего. А на газу машина? На газу. Ну, я не ошибся. Да, лебедка не очень быстрая. Потихоньку крутит, но его сбрасывает на Тойоту. Тойота скоро поедет, я думаю. О, запуск! Запуск Тойоты после. Не-не, масло не начнет. Держи инструмент, чтобы не поулетал. Так, поправили все сейчас. Попытка запуска. Руслан, ты в кевларе запутался, осторожно. Сейчас меня подтянет к этому, к бамперу, да, за ноги. Хорошо, Нивы стоят или Венда? Да. У вас две Нивы. Пусть холостым поработаем. Это экшен, это называется в разнос на масле пошел. Это на масле он пошел в разнос. Сейчас пытаюсь выйти из этого, из дымовой завесы. Ну, заглохло нормально все. На масле пошла, да. Сейчас пусть постоит. Сама заглохла или заглушил? Заглушил? Да, не любит дизель таких движух вверх ногами. О, запуск! Запуск Тойоты после. Не-не, масло не начнет. Держи инструмент, чтобы не поулетал. Масло не начнет, заводи, Серега. Че оно начнет гореть? Каких ему загораться? Все холодное. И подъемы. 70-ка. О, нормальный экшен. Глуши, глуши. Так, а вон бородач едет. Вот и бородач приехал. Неожиданно подкрался на оффроуд. Так, тут еще один маничело подъехал. Серега, заведи, сразу заглуши. Все. Все нормально, починилась машинка. Так, тут Нива еще, Шевроле, с очень серьезным пилотом тоже. Едут на помощь, все приехали. Эвакуация Нивы. Еще там одна Нива. Тойота ожила. Ну и у вас такие потери
есть, в общем, гонка вроде не сильно сложная, но были моменты, в общем, хорошо катнули, подписывайтесь, делитесь. Да, там непросто. Это мощная машина. Интересно, чем это закончится. Да, да, работает. Ну, если вытащится обо что-нибудь. Огонь! Привет, бородач. Вот и все. Что-то пошло не так, но... Бородач на месте, в спас. О, починил. Так, друзья, что тут происходит у нас? Вот так песок тырят. Целый день грузовики подъезжают, да? Да, работа идет. Целый день работа идет. Вот он готовит. Трасса такая грузовиками многотонными прокатана уже. Ну такая прям как асфальтирована. Хорошая, да? Да, укатана уже хорошая через лес. Полиция стоит на выезде. Да ну ладно. Да, вот здесь рядом стоит полиция, экипаж. Охраняю, да? Чтобы не мешали ты. Чтобы не мешали тырить. Видно, не обращают внимания на грузовика, на их задержимое. Видишь, сгребает на кучку, чтобы быстро загрузить потом. Снял сейчас где-то полицию. Сладкая парочка, да? Да. УАЗ и японский УАЗ. Так, бородач едет спасти УАЗ. Блин, Андрюха что-то исполняет. Не спустился. Зарабатывает бабло. Так, бородач начинает экшен. Да? Сюда он вас на гору хочет? Нет. А пусть сюда бы уже тянул. Реальный претендент на победу был, но он сегодня не участвовал. Все, у вас с Серегой собрались, поучаствовали немножко неудачно, но экшен сделали. Колеса заблокированы, колеса не крутятся. Раздатку в нейтралку. Крутится, все нормально. Поехали. Бомба.
трамвай-эвакуатор. Назад чуть-чуть! Да, блин, ленивый, включил на заднюю блокировку и поехал в переднюю. Ну, назад качнуть просто. Блин, если всех блокировок ими не пользуются. Не спущенная, наверное. Не спустили, один с мелочью. Да? Ну, один с мелочью. Ну, просто для этих шин надо действительно сильнее спускать. Ну, диски-то обычные. Ну, да. У них надо 0,5 делать. Один с мелочью, ну, диски это немножко. Для, да, мадов отлично получается. Для всякой МТ-резины обычной, как диагоналки. Финиш. Да, вот так песочек грузится, причем в таких нормальных объемах. Работают люди. Ковш такой у экскаватора. Взрослые, да и грузовики не детские. Хороший заработок. Так, тут Невовода теперь покатуха началась. Серега проехал, там уже такая ступеняка асфальтная. Длинная тоже. В общем, не выедут. Вот и знаменитый Nissan самого Вовы. Смотрите. Это все страны, в которых он был. Машина была не везде. Но мы на ней были в Румынии, в Болгарии. Где-то я еще с ним был. А, в Албании. Ну, в Албании не это была машина. Ну так, чуть проехал уже. А вот и Танзания, друзья. Я думаю, вы узнали этот флаг. Ну, все на сегодня. Наверное, все. Не знаю. Может, будет еще какой-то движ. Такая веселая локация. Это трасса. Привет, Андрюха. Что, не удалось ничего перевернуть, да, не получилось? Нет. Ну, старался, я видел ты. А что, тебе завели или нет? Да, давно. Ходом заедет. Там узко.